К другим темам. В Барселоне 54 человека получили ранения в результате аварии на железнодорожной ветке. На французском вокзале, это вторая по величине станция в городе, пригородный поезд врезался в отбойник. Разрушена передняя часть локомотива. Вагоны с рельсов не сошли, но в результате столкновения многие пассажиры получили ушибы и переломы. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что многие пострадавшие, выбравшись из вагона, не могут даже подняться самостоятельно. Врачи эвакуировали раненых на носилках. По предварительной версии, виноват в случившемся машинист, который не успел вовремя затормозить. Он сам сейчас в больнице. В Генконсульстве России в Барселоне сообщили, что звонков от наших сограждан в связи с аварией поезда пока не поступало.